Да. Надо бы так идти, и ты увидишь дырочку. И там живет краб. Ну, покажи, какого крабика поймали. Вот. Идем сюда к речке. Ой. Давай его в речку тут пустим, и он будет. Не хочешь? Вот здесь давай. В том кружке. Ну, есть еще больше, это еще маленький. Нет, большой. Ну. Они вырастают в 5 раз больше. Вот так вот. Больше, чем ты? Нет, 5 раз это как твоя голова. Вот сюда давай, вот тут поиграйся с ним, потом выпустишь. Да. Ну не трогай, да, посмотрим, как он закапываться будет. А это, по-моему, голубой краб, я даже не знаю, видишь, они занесены в красную книгу. Да. Ну, их нельзя ловить. Потому что они очень редкие. Но мы отпустим его. Ну, они редкие. Или это не голубой, я не знаю. Ну, мы уже выпустили его и там. Он сам найдет дорогу. Все, оставьте, пусть он себя придет и... А что они уплывают? Ну, плывет. А я же еще катаюсь в классную книгу записываю. Ну да, и много животных, и рыб. Он замаскирован, да? Скаками. Да. А что их нельзя ловить? А если сложишь из классной книги, что будет? Ну это редкие животные, которых а если... А они не убили? Не, ну мы его выпустили. А что он там? Просто их нельзя ловить и кушать, и убивать, а потому что их очень мало в природе. Ну, крабов, да, вкусные. То есть, мы пробовали маленькие. Маленькие? Мы пробовали каменного краба. Каменного? Больше, чем этот пробовали? Нет, меньше. Ну, я так как больше за его ушли. И за его... Мы ели краба, а тут он, да, такой. Ну, возьми его, и ты не боишься? Но он живой, все, он просто, наверное, в шоке. О, все, смотри, а ну подойди к нему, он как атакует на тебя, видишь, он клешни расстал, смотри, он может укусить, Тёма. Ну все, он уже в себя пришел. Теперь будет защищаться. Все, теперь он такой, о, опа, вот так они атакуют? Да, видишь, все, он идет уже, видишь, к морю. Он закапывается потихоньку. Эй, он докопался? Нет, ну его же еще видно. Папа, у тебя есть что-то? Папа, а я там купался. Все, оставим его. Он идет дорогу или хочет его туда кинуть? Нет, ты его сам хочешь прикопать? Ну возьми, выкинь его в море. Ой, вон он уже вышел, смотри. А что они закапываются? А он меня видит и да? Вот он меня видит, сейчас он и меня будет атаковать. А он тебя не схватит? Чуть не схватил. Да, все, ты его прикопал? Да,
Он сейчас вылезет оттуда, не? Он сейчас как прыгает. Он на тебя бежит. Все, давай его пусть он к морю пойдет. Не, наоборот, ты должен с этой стороны сесть, чтобы он убегал в море. Иди с моей стороны. Тут будет? Даже не знаю. Но он защищается, видишь? А что он вот так вот стопил? Я отдыхаю. Но он себя защищает со всех сторон. А этот пришлый может выиграть два камина? Ну, кто больше, кто-то выиграет у них. А каменные тоже такие большие? Не знаю. Значит, он выиграет. О, он тебя не боится. Он никого не боится. Никого не боится. Может, кого-то боится. Он пытается себя защитить, видишь? Он сильнее тебя, да, тех, кто меньше его. А как он? Ну, одинаковые по силе. Он тебя отбил. А он меня обидит, как? Ну, конечно. Так, у него глаза. Ну, смотри, у него глаза вон выпученные. Они видят везде на 360 градусов. А это где 360? Отсюда, да? Там по всему кругу. О. Смотри, он как моя нога. Как? Вот. Нет, больше. Больше, когда он расставляет клешню, он как... Больше, чем твоя, не? Все, возьми его и выкинь уже в море. Наверное, потому что синий. Дети там прыгают в воду. А вон Итан сидит. Папа, ты его поймал? Да. О, ты его поймал? Да, смотри. Все, иди его выкинь уже. Что он тебя укусил? А? Хотел. Да, хотите? Все, иди его в воду выкинь в море, то есть. Все, ты его выпустил? Где он? Убежал? Он сейчас тебя за ногу цапнет. Хотите прыгнуть оттуда? Ну идем. Ну вот же маленький ребенок тоже оттуда прыгает. Тёма, ты хочешь прыгнуть? Ну идем. Идем посмотрим. Я же рядом, он плавает у меня. Вон, смотри, какие там горки с песка. Можно в царя горы играть.